Дом дружбы народов и Министерство по развитию гражданского общества реализуют совместный проект под названием «Якутия. Наш общий дом», в рамках которого в Горном Улусе состоялся круглый стол на тему межнациональные отношения на муниципальном уровне. Провели открытые уроки, в том числе национального общения для учащихся школ Наслега. Стоит отметить, что в Горном Улусе проживают представители более 20 народов из разных стран и регионов России. В ближайшие 5 лет в рамках данного проекта будут охвачены все районы республики. Представители и носители разных культур, коренных малочисленных народов Севера, славянской культуры, потомки государевых ямщиков. Они рассказывали о своих традициях, обычаях, сказках и так далее. То есть мы передавали вот тот запал, интерес к разным народам, которые здесь проживают, чтобы подрастающее поколение видело, что мы разные, но у нас есть единое.